Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. В предыдущем видео мы с вами вязали вот такие вот разноцветные полуквадраты. Ссылочку на данное видео я оставлю в описании, сейчас где-то появится подсказка. Сегодня мы с вами будем заниматься обвязкой нашего изделия. У меня это будет коврик. Мы с вами обвязали, начинали вязать, точнее, вот этим вот цветом. Провязывали первую цепочку нашу из воздушных петель. И теперь таким же цветом у нас будет идти обвязка по всему краю. Для вязания я буду использовать эту нить и крючок, которым вязала наше основное вязание. Это крючок под номером 3. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к нашей обвязочке. Смотрите, мы с вами обвязывали вот эту вот сторону, находим противоположную ей. И находим первую петельку, вершинку первого столбика. Вытягиваем ниточку, вяжем воздушную. Теперь в эту же петлю вяжу столбик без накида. В следующую петлю под две стенки петли провязываю тоже столбик без накида. Первый ряд у нас будет провязываться столбиками без накида. Вот эту нитку слегка обвязываю. Теперь следующая петля, вот она, под две стеночки провязываю столбик без накида. А когда доходим до воздушной петли, в этот промежуток провязываем также столбик без накида. И дальше продолжаем. Вот наша следующая тройка. Столбик без накида 1, столбик без накида 2, столбик без накида 3. В промежуток. Вот сюда, там, где была воздушная петля, вяжем еще один столбик без накида. И опять у нас начинается следующая тройка. И вот таким вот образом мы с вами должны провязать, пока не дойдем до конца этого ряда, пока у нас не будет поворот на нашу длинную сторону. Вот я провязала последний столбик без накида, последнюю петельку. И теперь у нас здесь будет как бы поворот на вот эту часть, на угловую, на противоположную сторону. Мы провязываем с вами 2 воздушные петли. И теперь вот сюда вот, под первый столбик, вяжем столбик без накида. Здесь мы сделали как бы уголок. Теперь в следующий промежуток вот сюда тоже вяжем столбик без накида. А дальше будем вязать по 2 столбика. Вот наш следующий столбик, под него провязываем 2 столбика без накида. Следующий промежуток 2 столбика. Под следующий столбик 2 столбика без накида. В промежуток 2 столбика. Вот таким образом мы с вами должны провязать, пока не дойдем до следующего угла. Когда дойдем до следующего угла, последние вот эти вот наши 2 промежутка, то есть промежуток и последний вот этот вот столбик, мы будем провязывать так, как в начале. Сейчас я дойду до этого момента и покажу. А до этого мы с вами провязываем по 2 столбика без накида во все наши последующие промежутки. Вяжем до угла. Вот я дошла до угла, у меня остался один вот этот промежуток и один под столбиком с накидом. И в них я провязываю по одному столбику без накида, один, следующий промежуток один, точно так же, как мы делали с вами на прошлом углу. Теперь набираем 2 воздушные, 1, 2, и провязываем столбик без накида в первую нашу вот эту вот петельку. И теперь будем вязать. Смотрите, у нас вот здесь вот были наши столбики. И вот как бы между двух половинок мы заводим крючок между двух половинок следующего столбика и провязываем столбик без накида. Следующий точно так же. Находим две половинки и провязываем столбик без накида. Там, где у нас была пропущена петелька, была воздушная, сюда просто вяжем в промежуток столбик без накида.
Вновь находим столбик, серединку столбика провязываем столбик без накида, следующий столбик точно так же, и в следующий вновь в серединку столбика вяжем столбик без накида. В промежуток просто провязываем столбик без накида. И вот таким образом мы с вами доходим до нашего уголка. Вот я дошла до угла, провязала последний столбик, и теперь провязываю 2 воздушные петли. В первый вот этот промежуток под столбик с накидом провязываю столбик без накида, в следующий вяжу столбик без накида, а дальше начинаю вязать в каждый промежуток по 2 столбика, как мы вязали на противоположной стороне. 2, 2, вот следующий столбик, 2, следующий промежуток, 2. И так вяжем до конца ряда. Я дошла до угла, у меня остался один этот промежуток и один столбик. И в промежуток я вяжу один столбик без накида, и под столбик также провязываю один столбик без накида. Теперь нахожу, в ней провязываю 2 воздушные петли и нахожу нашу первую петельку. Сюда соединительной замыкаем вязание. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это наш первый столбик с накидом над вот этим вот первым. Теперь под 2 стеночки петли в следующий столбик провязываем 2 столбик с накидом. Следующую петельку также под 2 стеночки вяжем 3, следующую 4 и 5. То есть 3 петли подъема у нас были как первый столбик, и 4 мы с вами провязали. Теперь набираем 3 воздушные, 2, 3. Здесь одну пропускаем, во вторую вяжем столбик без накида. 3 воздушные, одну пропускаем, и во вторую начинаем вязать, как вязали вот эту часть. Провязываем первый столбик с накидом, следующую петлю второй, следующую третий, следующую четвертый и в следующую пятый. А теперь будем повторять, как вязали вот здесь. То есть вяжем 3 воздушные, 1, 2, 3. Одну пропускаем, во вторую вяжем столбик без накида. Опять 3 воздушные. Одну пропускаем, во вторую начинаем вязать. Провязываем первый столбик, следующую петлю второй, следующую третий, следующую четвертый и пятый. И опять повторяем. Вот таким вот образом мы с вами провязываем, пока не дойдем до угла. Я дошла до конца ряда, провязала последние 5 столбиков. Теперь набираю 3 воздушные, 2, 3, и провязываю столбик без накида в уголок. 3 воздушные, 1, 2, 3. И нахожу здесь первый столбик и в него начинаю вязать. Вяжу первый столбик с накидом, следующую петлю второй, третий, четвертый и пятый. Дальше вновь 3 воздушные, 2, 3. И пропускаю здесь 1, 2 и в третью петлю вяжу столбик без накида. 3 воздушные, 2, 3, вновь отсчитываю 1, 2, 3 и в третью петлю начинаю вязать первый столбик с накидом, второй, третий, четвертый и пятый. 3 воздушные, 2, 3, отсчитываю вновь 1, 2, 3, в третью петлю вяжу столбик без накида. 3 воздушные, отсчитываю 1, 2 и в третью петлю начинаю вязать, провязываю первый столбик, второй,
третий, четвертый, пятый. И дальше у нас вновь идет повтор. И вот таким образом мы с вами провязываем до конца этого ряда, до следующего угла. Вот дошли мы до угла, провязываем 3 воздушные и в уголок столбик без накида. И теперь мы переходим на ту сторону, которую вязали перед вот этой вот, перед последней. Набираем 3 воздушные, 2, 3, находим нашу первую петлю и в нее вяжем первый столбик накидом, в следующую петельку второй, третий, четвертый и пятый. Дальше 3 воздушные, 2, 3, и вновь теперь будем делать, как на, получается, перед той стороной, как вязали противоположную вот этой вот. То есть пропускаем одну, во вторую вяжем столбик без накида. То есть здесь мы с вами пропускали 2, а сейчас вяжем ту сторону, в которой пропускаем одну петлю. Теперь вяжем опять 3 воздушные, одну пропускаем, во вторую начинаем вязать. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. 3 воздушные, 2, 3, одну пропускаем, во вторую вяжем столбик без накида. И вот таким образом мы с вами провязываем полностью эту сторону до угла. Вот я дошла до угла, провязала последние 5 столбиков с накидом. Теперь вяжем 3 воздушные и в уголок вяжем столбик без накида. Теперь 3 воздушные. Находим нашу первую петлю, первый столбик и начинаем вязать. Первый столбик с накидом, следующую петлю второй, третий, четвертый, пятый. Эта сторона у нас будет там, где мы с вами пропускали 2 воздушные петли. Поэтому набираем 3 воздушные и здесь пропускаем 1, 2 и в третью петлю вяжем столбик без накида. Теперь 3 воздушные, опять пропускаем 1, 2, в третью начинаем вязать. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. И дальше вновь повторяем, как мы вязали вот эту вот часть. Так мы вязали противоположную сторону, ту, которая напротив была у нас. И так провязываем с вами до конца ряда. В конце ряда провязываем последние 3 воздушные петли. В уголок вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. И в вершинку первого столбика, в третью петлю получается, мы соединительные присоединяемся. 1 воздушная. И в следующий столбик под 2 стеночки вяжем столбик без накида. Следующий тоже. Следующий столбик без накида. И следующий. Дальше провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем вот эту часть. Находим там, где у нас было наши 5 столбиков. И в первый столбик вяжем столбик без накида. Во второй столбик без накида, в третий, четвертый и в пятый. И вот таким вот образом мы будем вязать полностью весь этот ряд. То есть мы с вами сейчас вяжем 5 воздушных, 2, 3, 4, 5. Находим следующие наши 5 столбиков и провязываем их столбиками без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше вновь вяжем 5 воздушных и находим следующие 5 петелек, вот этих вот наших 5 столбиков. И вот таким образом сейчас я провяжу до угла и покажу, как вяжется угол, хотя он вяжется точно так же, как
и эти части. Вот он угол, я провязала 5 воздушных петель, и теперь просто никуда, ни сюда не вяжу, а нахожу первый столбик, который идет на следующую сторону, и провязываю его столбиком без накида. И дальше вяжу по схеме, так как вязала до этого, то есть провязываю 5 столбиков с накидами, я в них вяжу 5 столбиков без накида, дальше вяжу 5 воздушных и нахожу следующую часть. И вот таким образом я провязываю полностью весь наш коврик. Последние 5 воздушных петель в этом ряду находим первый столбик и соединительной присоединяемся. Переходим соединительной во второй столбик. Третий столбик вяжем столбик без накида. Теперь будем вязать под вот эту арку. Провязываем столбик с накидом. 3 воздушные. 1, 2, 3. В основании делаем соединительной петлей пико. Вяжем второй столбик с накидом. 3 воздушные. 2, 3. В основании соединительной провязываем пико. Дальше 2 накида на крючок, вяжем столбик с 2 накидами. 5 воздушных, 2, 3, 4, 5. В основании провязываем пико. Вяжем еще один столбик с 2 накидами. 3 воздушные, в основании вяжем пико, вяжем столбик с 1 накидом, 3 воздушные, в основании вяжем пико, и теперь вяжем еще один столбик с 1 накидом в эту же арку. То есть у нас с вами получилось 2 столбика с 1 накидом, 2 столбика с 2 накидами, 2 столбика с 1 накидом. Теперь там, где у нас было 5 столбиков, мы находим третий. 1, 2, 3. И сюда вяжем столбик без накида. И вот такими вот арками, как мы сейчас с вами провязали, мы провязываем с вами до угла. Угол будет провязываться практически только точно так же, только с небольшим дополнением. Вот я дошла до угла, и теперь вяжу в уголок столбик с накидом, 3 воздушные, и в основании соединительное пико. Это был первый столбик, теперь сюда же вяжу второй столбик с накидом, 3 воздушные, пико. Третий столбик с накидом, 3 воздушные, пико, и четвертый столбик с накидом, 3 воздушные, пико. Теперь вяжем столбик с 2 накидами. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, и провязываем пико. Еще один столбик с 2 накидами, 3 воздушные, пико. Вяжем столбик с 1 накидом. 3 воздушные, пико. Провязываем второй столбик с 1 накидом. 3 воздушные, пико. Третий столбик с 1 накидом. 3 воздушные, пико, и сюда же четвертый столбик с 1 накидом. Вот он наш уголок получился.
Теперь провязываем, находим здесь 1, 2, 3, в третью петельку столбик без накида. И до следующего угла все промежутки будем вязать, как вязали эту сторону. Когда дойдем до уголка, уголок провязываем точно так же. И так вот мы с вами обвязываем полностью, пока не дойдем до конца ряда. Вот я провязала последний уголок. Теперь здесь нахожу вот этот вот столбик без накида, который мы вязали в третью петлю. Соединительной присоединяемся. Одна воздушная. И обрезаем нитку. И вот такая вот обвязочка у нас получилась. Надеюсь, что вам она понравилась. Если это так, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии. А также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.